Ну и снова попробуем все на практике. Я зайду на сервер, зайду в TMUX и запущу в TMUX программу current date and time. Теперь я выйду из TMUX, сохранив всю работу с помощью команды Ctrl-BD. И теперь даже выйду с сервера с помощью команды exit. Теперь с помощью SSH я снова попробую зайти на сервер. И вернусь в TMUX с командой TMUX attach. Я вижу, что команда продолжает работать. И у нас на экран выводится время. Значит, с помощью TMUX мы можем сохранить всю нашу работу на сервере и продолжить запуск наших программ.